Вот сегодня у нас, это понедельник, сегодня у нас 10-е, вот так. Вот тут сегодня выставил 9 роликов, 2,5 часа, это надо слушать, чтобы посмотреть, тут и покупка была как. Вот поставил я собрание, уже посмотрели 665 человек. На собрании как бы побывали. У нас интересно, много люди говорят так, это разное. Вот, слава Богу, встал во 2-м часу и успел все поставить. Заказчика идет круглосуточно. Вчера только за день 13 роликов. Там Златоусты считали, где. И, ну, люди новые находятся, им нравятся. События дня ежедневно. Геннадий Иванович, я отварил картошку, картофельный отвар, горячий, возьмите. Постой-ка, встану. Надежда Васильевна вам тоже приготовила. Так, это что мне? Какая кружка моя? Да любая. Вот эту. Ну, это побольше, она, ей хватит и того. Да. Возьмете? Давайте, я вас засниму немножко. Благодарение Богу. Ну, Володя, молодец. Я затопил утром, заранее, больше часа. Чтобы встали, у вас было. О! Уснул. Вставай. Парю я там закрою. Сегодня это давал, взял рыбу, говорит, кому вам эта рыба нужна? Не успел показать, гальяна. Я только беру баночку, откручиваю. Кошки сразу подбегают, а тот на 3-м этаже. И он как прыгнул, он туда в дырку. И оттуда, вон там портянка висит. Это я специально пробил для тепла, для вентиляции. И вокруг, и там по дровам слез и забежал, и вот он уже здесь. Он поест, а мать приходит и проверяет, все доел или нет. О, сидит. Ну что, новый день начался, а? Давайте, мышек ловить надо. Это потягается-то как, это что-то, это означает утренняя гимнастика. Давай, выходи. Так, смотри, он сейчас бьет. Пошли, все, пошел. Ох, и боевой растет. Кот настоящий. Где-то мыши трепещут сейчас. Я слышал один рассказ такой. Это тоже к кошкам относится. Возвращается домой молодой заяц. И говорит, деда, а я змея говорил, про которого ты говорил, что он всех жрает. Нет, деда. Теперь все другое. Тут перестройка. И у нас тут все одинаковые, все конфессии теперь. Ну, понимаете, деда, все-таки надо учитывать, что ты старый. Я свое мнение, а сейчас по-другому. И змей этот, он меня не тронул. Дед посмотрел на него и посмеялся. Ну как, ну надо терпеть друг друга, конечно, и то другое. А где ты шел? Ну, где шел, как всегда, по нашей тропе. А потом я свернул за ягодками, а гляжу по тропе-то, где я шел, и змей, который гипнотизирует глазами-то. И он, я затаился, конечно, и он прошел мимо, прополз, и меня не тронул. Змей другой стал. Не смотри, что он в партии долго был там. Нет, он теперь совсем другой. Ну, дед подумал и говорит, так... А, ну-ка скажи, внучек, а ветер с какой стороны дул? Он говорит, ветер дул с той стороны на меня от змея-то. Я даже учувствовал, какой запах от него вонючий такой идет-то. Так, а в какую сторону полз? А полз он на запад. На запад это где наша избушка стоит, так он в другую сторону. Дед говорит, ну все понятно, слушай, сынок. Когда-то он гнался за большим зайцем, и наткнулся на глаз. И у него глаза нет с той стороны, глаза-то. И он пустоглазием на тебя-то был повернут-то. А которым глазом на другую сторону. И ветер дул на твою сторону, он запаха не слышал. Так что у нас остается одно только. Плодиться и размножаться. Нам змея не победить. И вот так и здесь. Мыши поди сейчас, там мать им говорит. Такой растет у них кот. Маленький, слепой был. Ему водой протирали каждый день.
святой водой глаза, он сейчас бегает, прыгает, очень сильный. Мыши, нам не спастись от него, только плодиться и размножаться. Дядя Игнатий говорит, ну все рассказывает, это опыт жизни. Мои года, мое богатство. Вот сейчас сказали, там, папа, там, римский, там, о масонстве, то другое. И ночью я уже сразу беру из книги «К истину православия», «Человекоубийство и ложь Ватикана». Большая статья. Вторая. «Гордость папства». И далее. «Фокимская трагедия или надежда». Три темы. И, ну, люди, не знаете, я выставляю материалы исторические, данных столько. А как я написал эти статьи? У нас было несколько человек, которые несколько раз ходили к католикам в Барнауле. И там молиться даже, молились с ними, молились за руки, взявшись в круг, и за руки. Это я ни во что ставлю, но молились за руки взяли, это я уже стал под внимание брать. И батюшка сказал, не ходите, пока не ознакомитесь со всем, что сказано о католиках, и их литература, в них журнал принесли. То есть батюшка все благоразумно сказал. В это время у меня было тяжелое такое состояние, надо на операцию было идти. Ну, меня на операцию положили, небольшая операция была. Я сейчас не знаю, какая, но я сидеть мог, это не позвоночник резали. Тогда нельзя было садиться, ничего. И вот в это время возникла эта вот ситуация. Я подумал, а надо о них написать, разъяснить эту обстановку. Я помню, как я сидел. Краевая больница еще в старом месте была, в Барнауле. И передо мной окно, второй этаж было, деревья. И там за деревьями фонари горели. И через деревья свет маленько пробивался. А я в больнице-то лежал и попросил бумагу принести, карандаш, ручку. Я сел. Сколько времени было, не знаю. Но думаю, что ну, где-то около 12 и 1 час. Я стал писать. А у меня с собой была как картонка какая-то или книга, что-то на чем, чтобы бумага-то не проваливалась. И вот эти две статьи я написал, не видя текста. Я знал, что здесь пишу, букв вообще не видно никак, ну, сумерки. И тем более светит с той стороны, если бы вот так и сидел еще как-то, а я сижу лицом туда. И... Но видно лист белый, и дальше я так писал, кое-где букву наезжали. И этот материал можете ознакомиться в нашей книге «К истинному православию», на сайт зайти, там книга, и там 339-я, 340-я страница, там дальше идет. Вот сколько воспоминаний. А если бы, ну, только когда я обратился к Мохнице, конечно, нет. Здесь опыт, сострадание. Я привез богатые книги из Америки, когда был, потом прислали. И я воспользовался этой литературой. Выйдя из больницы, дальше я все это свои писал слова. А дальше уже заполнил все из разных книг о католицизме. И вы можете познакомиться. Ни один католик пока не сказал, что это не так. Эти книги, они в католических странах. Мы когда ездили на миссию, я оставлял. Ну все, пока я маленько оставлю, не допил. Ушел.